И мы гордимся не только своими людьми, не только своей землей, но мы, конечно же, гордимся и тем продуктом, который мы выращиваем на этой земле. И сегодня вы можете увидеть все районы области, представленные на этой выставке. В каждом районе области производится своя продукция. И появилась внутренняя конкуренция между районами. Они борются, у кого лучше качество, у кого больше объемы. И сегодня мы видим, что самые лучшие образцы, они стали не только востребованы на региональном рынке, но они стали поставляться и во внешние торговые сети, на Москву, на Санкт-Петербург. Это очень важно, потому что нас знают во всей России. Вся Россия знает, что вологодский настоящий продукт, он самый чистый, самый экологичный. В нем не используется пальмовое масло. В нем находятся только настоящие ингредиенты. И, конечно, это гордость. Люди, которые работают на селе, которые производят этот продукт, которые его перерабатывают и поставляют, это гордость нашей области. Я очень рад, что сегодня такая выставка открылась в Вологде. Пусть такие выставки будут чаще, пусть будут в городах ярмарки, и люди наслаждаются и покупают свой настоящий вологодский продукт. Что касается молочной, мясной продукции, что касается птицы, яйца, продается фактически 80-90% именно нашей продукции. Более того, очень большая часть нашей продукции поставляется за рубеж области, потому что у нас переизбыток от 130 до 200% этих продуктов. И, соответственно, вот тот продуктовый патриотизм, который сегодня есть у нашего населения, он показывает, что мы любим свой продукт, мы любим свое молоко, свое яйцо. И мы действительно потребляем то, что рождается на нашей земле. В этом наша сила, наше здоровье. И я уверен, что так и будет продолжаться. Мы будем покупать и потреблять свой продукт.